Я еще толком не знаю, непонятно. Пускай закон примут сначала, там еще неизвестно ничего. А в принципе, если самостоятельно. К чему оно приведет это? Если самостоятельными будут города, там, общины объединенные финансово, это лучше будет или все-таки лучше, как есть сейчас? Ну, может быть, не лучше, как есть, может быть, действительно какая-то свобода должна быть, да, это самое, административными единицами типа городов. Ну, сейчас трудно сказать, к чему это приведется. Во всяком случае, то, что городят это Донбассу дать, это все чушь. Скоро никому ничего не нужно будет. Ни Донбасс, ни Крым, ничего не будет нужно скоро. Не верю я никому. Да? Да, да, никому. То есть и в реформу не верю? Никому не верю, не верю я в их реформы. У нас еще ни разу не было такого, когда было бы нам хорошо. Нам но не очень. Но в Южном, в принципе, как вообще? Нет, по сравнению со всеми в Южном у нас отлично. Мне нравится все в Южном. Но только не нравится верха тех там, которые. А если вот все-таки вот, да, в Южной представить, что нам передадут эти полномочия, и финансы будут оставаться вы здесь. Вы думаете? Ну если представить. Да если не будет. Не будет, да? Не будет этого. Да, пока перейти. Будут у власти наши магнаты, хорошего не ждать. Вы верите в то, что так вот может будет? Быть? Да. Министр меняется, правительство меняется. Что еще придумать? В Южном условия жизни ну, выше, чем в других городах. Так мы этого, наверное, заслуживаем. А если и сегодня все равно город делится, как донор является, да, делится своими заработанными обязательно. Деньгами? Обязательно. Вот. Идет Одессе и идет в основном. Да. Если это все будет оставаться здесь, как вы считаете? Все равно это все не оставят здесь определенный процент. Не оставит. Меня зовут Алёша. Очень приятно, Алёша. Ну, какие-то преимущества вы видите для нашего? Конечно, несомненно. Если останется финансирование здесь на уровне, часть, это же не вся часть будет сюда. У нас же, смотрите, градообразующие предприятия, завод, порт, массовый завод. Если их всех перечислить, то мы вообще богатейшие должны быть. А у нас все берут. Если бы это все реализовалось, это, то для себя лучше покупает. Если будет решать по совести, то будет нормально. Если нет, то куда ты их не пересылай по барабану. Для... Хоть сюда, на местные, хоть туда, в Киев. Если люди будут стремиться их воровать, и поэтому нет смысла. А вы слышали про объединение с Чавкой, с ближайшими селами? Да, да. Все, да. А что вы об этом думаете? Как вы считаете, это полезно? Ну, как бы, если с точки зрения, как бы это полезно. Но опять же, да, если это нормально развивается, конечно, полезно. Ну и для этого нужно как бы помогать и не только развивать Южный, а помогать этим селам, которые там, если они присоединятся, они только развивать здесь все, чтобы они стремились сюда. Нужно у них развивать. А вы чувствуете на себе как гражданин вот Украины реформы вообще? Ничего что? Не чувствую, абсолютно ничего. А в какой сфере хотелось бы увидеть реформу в первую очередь? В той сфере? Ну, наверное, в плане для того, что, наверное, больше экономической, если так можно, да? Вот. Потому что от этого, так сказать, будет фундамент нашего развития всей Украины. У нас город маленький, как бы особых затрат. Ну, развитие из-за предприятий, как бы здесь. Может, у других городов нету таких предприятий, да, поэтому они не могут так развиваться. Ну, нам повезло. Но есть смысл что-то менять дальше? У нас? Да. При том, что у нас... Ну, менять ничего не нужно. Нужно просто развивать то, что у нас есть, и развивать это, улучшать. Это, конечно, хорошо, когда бюджет остается в городе, не идет непонятно куда, непонятно как распределяется и пропадает просто. Конечно, это хорошо. Когда город заработал на себя, город на себя. А будет ли это возможным, я не знаю.
Ну, вы следите за ситуацией в стране. Вот реформы у нас уже идут в течение года, да? Да, они идут, но лично я их на себе не ощущаю никак. Я вижу только лишь их отсутствие. Положительных изменений за год правления нашего нового президента я не вижу. А что вот хотелось бы, где, в какой сфере хотелось бы видеть это реформирование? В какой сфере? Да в ценовой политике в первую очередь хотелось бы видеть реформирование. Зарплаты, наверное. У нас цены становятся на все выше, зарплаты у нас как были до реформ, как были до поднятия цен, так и не осталось. То есть нет никакой пропорции. Хотя вот у нас обещают наш премьер-министр повысить нам заработную плату, социальные выплаты. Мы посмотрим, насколько это все поднимется. Угу. Смотрите, у нас в Южном, в принципе, не такая плохая ситуация еще, да, по сравнению с другими городами. Наверное. Ну, потому что здесь заводы. Поэтому здесь ситуация относительно еще живая, будем так говорить. А там, где нет такого производственного сектора. Мы слышали, наверное, что хотят объединять нас с Чапкой, с ближайшими селами. Я слышала, ну вот это вот я не пойму, вот в чем отрицательная черта здесь, вот я не пойму, если честно. Такие же люди, такое же имеют право дети на образование, на обслуживание в медицинской сфере, что здесь плохого, я не понимаю. Естественно, это все завязано в деньгах, в финансовой сфере. Вот и все. Ну, в принципе, Южный может стать таким городом, который вокруг себя объединит. Областным центром, якобы, будем так говорить. Да? Районом. Ну, районом, да. Область-то у нас Одесская, районным центром, ну, ничего страшного в этом нет. Спасибо. Такие же люди, как и мы здесь. Все, такие же, точно такие. Имеют право на все, на то, что имеем.